Здравствуйте, Денис. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Сейчас я его проверю в моей камере. Фокусное расстояние запрограммировано 50 миллиметров. И диафрагмы, согласно таблице поправок, от 2 до 32. Ну, как я и пишу в объяснении к таблице, вы всегда можете перепрограммировать одуванчик на вашей камере и поэкспериментировать. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю сегодня вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание. Это клей. Внутри упаковки с клеем зубочистка для его аккуратного нанесения. Согласно инструкции, ни в коем случае не наливайте клей на объектив, на юбку объектива. Все делайте аккуратно. Смотрите, чтобы на контакты не попали даже пары клея. Как я и говорю в моей инструкции, калибр для наклейки одуванчика на этот объектив абсолютно не нужен. Еще раз спасибо за внимание и спасибо за покупку.